Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Наше путешествие продолжается по планете, и мы сегодня находимся в городе Пловдиве, очень древнем городе, и мы сейчас заходим в старинный римский амфитеатр. И давайте посмотрим, как он восстановлен. Это археологические раскопки. Здесь также есть 3D-кинотеатр, но он пока не функционирует. Через пару дней начнет функционировать, где можно будет увидеть все представления в 3D-формате, которые были в эпоху Римской империи. Каждая эпоха оставляет в истории свой след. Не исключением стала и эпоха Римской империи. И сегодня все раскопки этих античных городов, они становятся доступны во всей своей красе, как это может себе представить человеческий глаз и человеческое сознание. Вот так восстановлена и немного реконструирована и немножко осовременена эта находка историческая, археологическая, римский амфитеатр. Вот так он выглядел, когда он был еще не разрушен. Это восстановленная как бы импровизация картины. А вот эти все ступени и сиденья, это все натуральное. И не знаю, можно ли здесь залезть, мы сейчас попробуем немножко зайти и посмотрим на это сверху. Вот такой римский, часть от римского амфитеатра. Город Пловдив.